Тим часом новообрана міська рада продовжує непрості консультації. Раніше депутати буксували, узгоджуючи кандидатуру секретаря. Наразі не можуть дійти згоди щодо регламенту роботи. У більшості є бажання розширити повноваження мера. Опозиціонери заперечують, кажуть, читайте закони, там все написано. Далі пряма мова. Возникают дискуссии по поводу полномочий мэра, по поводу способа отчета мэра ежегодного и по поводу возможной процедуры инициирования вопроса о недоверии. Зачем мы выдумываем какие-то нормы, если есть в законе четко прописаны полномочия мэра, четко прописана процедура отчета мэра и четко прописана процедура возможного выражения недоверия. Коллеги предлагают разноплановые ситуации, которые, на мой взгляд, делают практически невозможным применение процедуры недоверия мэра, то есть практически таким характер фарса будет носить отчет мэра, вот, ну и очень широкие полномочия, которые, в общем-то, не предусмотрены законодательством. Опять же, повторюсь, все эти процедуры прописаны в законе. Регламент не может быть выше закона, поэтому в любом случае, если возникают спорные вопросы, всегда будут руководствоваться законом. А в законе четко ясно написано, какие полномочия, какие процедуры и какой должен быть отчет.